Что нами был испытан бюджетный коллиматорный прицел Конус. Конус Атомик 2.0. Испытания проводились на помповом ружье 12 калибра и на полуавтоматическом ружье Эксон МК-19-19. Коллиматор успешно справился со своими задачами. Показал себя компактным, удобным в использовании. Прицельные марки не сбивались. То есть на протяжении всех испытаний разными видами боеприпасов, а это и пуля Диабола в том числе, весом 35 грамм, коллиматор выдержал достойно все испытания. Стоимость коллиматора в районе 100 долларов, поэтому за, скажем так, за такую сумму вряд ли удастся подобрать что-то стоящее наподобие Aimpoint, так как этот коллиматор является репликой именно этого известного коллиматора Aimpoint. Поехали! Поехали! Только что был отстрелян коллиматор Атомик 2.0. Темповая стрельба тяжелой пулей Диабола 35 граммов. Дистанция от 15 до 25 метров. Как видите, все попадания точно в цель. Коллиматор не сбивается, точка не плывет. Механика держит все стекла на местах. Впрочем, этот коллиматор можно рекомендовать и на меньшие калибры 7,62 на 39. Ну и уж тем более мелкашка. 12 калибр, самая жесткая отдача, помповое ружье.